Всем привет! Видок, конечно, у меня не очень, но иначе никак. Мне от вас не спрятаться, не скрыться. Так что буду такая. Чувствую я сегодня себя... Первую половину дня вообще чувствовала себя отвратительно. Я не могла встать. Я встала с утра, представляете? Вместо того, чтобы замешать омлет и вылить его на сковороду, я прямо на сковороде его и замешала. И так прямо и пожарила. Тоже хорошо, лишнюю тарелку мыть не надо. Потому что, ну, было ужасно, прям очень тяжело. Я не знаю, я думала, что мне сегодня будет легче, хотя температуры больше нету. Горло, да, болит, но есть очень большая слабость. Точнее, с утра была слабость, сейчас уже более-менее. Сейчас я раскачалась, и знаете, что я захотела сделать? Та-да-да-дам! Я буду разбирать кухню, потому что есть много ненужных вещей, которые я не хотела бы везти в квартиру. Хочется уже что-то новенькое, поэтому надо перебрать. Я уже перебрала шкаф с обувью, освободила, оставила там только то, что сейчас носим, то, что летнее собрала уже на переезд. Да. Короче, перебрала все, надо будет вынести только обувь зимнюю ненужную, весенне-осеннюю, короче, все, что убитое. Оставила только старые тапочки, которые не повезу в новую квартиру. Мы их во время переезда здесь относим и прямо там же выкинем, когда будем уже выходить последней ходкой. Квартиру я не нашла, можете не спрашивать. Как только найду квартиру, обязательно вам об этом скажу. А пока... Многие просто удивляются, зачем я складываю вещи. Странная логика, да? Я ведь объяснила, что 17 мая мне надо освободить квартиру. Зачем ты складываешь вещи, если еще не нашла квартиру? Так мне в любом случае надо будет съехать. В любом случае я что-то найду. Просто вот, может быть, знаете такое? Я собираю вещи, да, вот соберу до конца, и хоп, квартира выставится, и я смогу уже, например, завтра в нее переехать. А если я не соберу вещи, то мне потом еще потребуется 3-4 дня для того, чтобы собрать вещи, я не смогу в нее въехать. Короче, я люблю как-то заранее, не знаю, мне, наверное, так легче, что ли. А пока переберешь, пока разберешь все. Чем вот так, знаете, все загрузило уже, как некоторые делают, на новой квартире все разбирают, надо им или не надо. Я так не хочу, я не хочу таскать, потому что мы своими силами все будем таскать, скорее всего. Потому что нанимать рабочих это очень дорого, а там еще вроде как по этажам, ну, смотрят сколько, много вещей, и посмотрим, наверное, сами. Посмотрим еще, как я буду себя чувствовать, потому что, ну, только-только я бы сейчас, например, не смогла бы переезжать. Пришлось бы все равно, наверное, кого-то или нанимать, ну, посмотрим, там уже будет видно. Так что все, я буду дальше перебирать, потому что, посмотрите, какой у меня там хаос. Все валяется, там вот уже коробки тоже стоят, там одна коробка сложенная с посудой, кастрюли, которые сейчас уже не нужны будут, без которых мы можем пожить пару дней. Так что понемножку собираемся. Ой, жду не дождусь, когда уже перееду. Надеюсь, уже не на один год, а на несколько лет. Надеюсь. Ладно, все, не буду отвлекаться, попозже включусь. Добралась до кладовки. Она тебя не видит. Ты для нее Дениска невидимка. Тик-ток. Пока сижу тут, перебираю вещи, сижу в тик-токе. Смотрите, какая красота. Боже ты мой. Снимаю сейчас с айфона. Не знаю, мне кажется, как-то иначе, чем на моем телефоне. Опа. Ой, красота. Ну, в жизни вообще слепят глаза так, что я с окна не могу посмотреть в эту сторону, только через телефон вот так. Ой, скоро эти виды кончатся. Вот уже совсем все другое. Танец репетирует. В пижаме, кстати, уже. Говорю, Даяна, иди пижаму одень. Ты сильно, только сильно не кричи. Одела пижаму. Ты в этом спать хочешь? Да. Красотка. Красивая зато. Красивая, да.
есть такая. Так, а я тут собирала кухню, потом каким-то образом оказалась в кладовке, потом пришла в Даянину комнату, мне надо было забрать только лего, и получилось так, что я лего забрала, да, отнесла в кладовку, но получилось так, что я собрала еще ящик и все опять переложила, переставила. Кухню тоже всю уже убрали. Осталось вот эти вот мелочи разложить по местам. И коробочку с крупами тоже будем с собой забирать, надеюсь. Я не знаю, может, уже новую сделать. Может быть, даже и новую сделаем, даже не знаю. Посмотрим. Тут тоже, короче, сложила там все для кухни. Блин, если так подумать, Даяниных игрушек больше, чем самих вещей у нас на всех троих. Это как так получается? Не знаю. Ой, какие красивые волосы. Да, это я косичку расплела. Повернись. Ой, красота. Я косичку расплела, чтобы был вот такой обзор. Узор. Красиво, тебе подходит. Мне вообще нравится, когда у нее волосики вот так. Подожди-ка, стой. Вот так вот. Мне кажется, ей так больше подходит. Она такая сразу такая... симпатяшка. Смотри, как красиво, да? Да. Нравится? Да. Да, да. Монстр! Аккуратно. Все, давай, ложись, укладывайся. Точно будешь в этой одежде спать? Давай. Я вообще не люблю, когда ты с куклами спишь. Давай. Ну, я потом... Ну, аккуратно, ты же в трусиках. Я потом прихожу, когда она засыпает, и куклы забираю. Потому что я уже говорила несколько раз, мне не нравится. Ребенок может ночью повернуться или открытыми глазами, и если рука куклы будет так стоять, ну, это очень опасно. Поэтому с куклами спать не разрешаю. Ну, и потом прихожу забирать. Да? Да. Все, давай, укладывайся. Сама убрала. Не всегда, конечно, соглашается. Не знаю, наснимала я что-то или нет. Какой-то сегодня влог такой, только уборка, склад. Ну, мне, в принципе, нечего показать вам. Ой, пакеты шушат. Ладно, все, пойду я монтировать влог. Не знаю, будет ли он совмещенный или один, потому что я не знаю даже, сколько я наснимала. Кровать трещит. Ты что, зайка? Будешь спать на полу тогда? Все, я быстро заканчиваю, иначе она сейчас разыграется, и все, опять будет плохо. Все, всем до завтра. Всем пока-пока.